Так, в любой непонятной ситуации есть единственная помощь, которую я знаю наверняка и помогает всегда. И всем привет, дамы и господа, сегодня мы что-то будем играть на японском и опять в каком-то японском дворке. Ладно, поехали. Дворке, блин, дворок. О, да и первый слип. У меня где-то печатная машинка поселилась или что? Алло, соседи. О, моргать могу. Оп-оп-оп-оп. Мечта эпилептика. Кого-то сейчас закинул. Опа. А, где мой переводчик? Переводчик, чек. Что от меня требуется? Получить хлеб, проверить автора, проверить сироту. Чего? Какого проверить сироту? Хей, Свити, можешь сегодня ради меня навестить своих соседей. Не оставляй дома надолго и иди веселись. С любовью, мама. Так, подожди, так сирота получается я, что ли? Вот это, конечно, забавно выходит. А, Уолл Сити. Ни хрена, у меня, я в собственном магазине живу. Алло, автор. Мам, я дома. Мама, кажется, все распечатала. А, я спать могу. Не, я спать не хочу, я пошел гулять. Я на... О, футбольчик. Я понял. Я кому-то что-то выбил, по-моему. Слушай, как-то у вас тут очково на самом деле во дворе. А есть люди какие-то? А, мать, не, не пойду туда. О, футбольщик. Дело молодых. Что ты, что ты, а, труба? На меня, да? Ладно. Кто тут мразь бегает? Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас по всем соседям постучусь. Что? Это что такое? Дорогой, давно тебя не видел. Кто дорогой? Я дорогой? Вот хлеб, который заказывала твоя мама. А, спасибо. Спасибо за заботу. Я, пожалуй, поморгал отсюда наверх. Это ты там ползала тут, а? У вас тут волосы, по-моему, вылезли. Что, я погулял? Я могу идти домой? Мама, я нагулялся. Двор говно вообще, никого нету. Опа, это новый подъезд какой-то. Смотри, какой блатной. Go away. Уходите. В смысле уходить? Открой дверь. Никто, значит, не хочет играть с Богданом. Богдан никому не нужен. Все понятно. Богдана здесь не любят. Ну ладно, пошел я спать. Кто это бегает? Блин, у вас... Это что, камера висит? Ты что, меня снимаешь, а? А? Я все вижу. Да, стяжка. Я вижу все. Пока что. Все, я отчитаю, что я дома. И спать пойду. Никто не хочет со мной играть. Так сказать, задание на целый день я выполнил. Дело было не проворот. Устал жесть как. О. А что, на этот раз меня все закрыли? Привет, дорогой. Тетя Янь Инь сказала мне, что ты сегодня вышел из дома. Так держать, дорогая. Я же слышал кое-что ночью, поэтому, пожалуйста, береги себя. А, ну дрочу ночью. Почему сразу беречь себя? Эй-хе-хей! Побежали! А где он живет, тетя Янь? Или кто они там? Тетя Яна, выходи! Понял, чуть я на не выйдет. Не здесь, значит. С разгона вот так, опа! Еди. Так, хлеб сегодня дадут. Все, спасибо за хлеб. Да, спасибо. Можете оставить свою историю себе, пожалуйста. Я пришел чисто за едой. Ай, мать, ты кто? Все понял. Женщина, выходите. Пожалуй, заберу я мячик с собой и пошел я спать. Нахрен нам всем надо. Че, до скорого. Фух. Но новый жилой район для Китая я построил. Так сказать, страна будет мной гордиться. Плюс репутации. Мне сегодня нужно куда-то пойти. С любовью, мама. А, ну все, в принципе, я спать. Я не хочу выходить. У меня мама с любовью ушла. А я что, дурак, что ли? Все, я выполнил всю задачу свою на сегодня. Пожалуйста, отпустите. Ну ладно. Пойду в безопасный район. Так сказать, соседи, где более-менее адекватные. А нахрен мне возможность моргать? Как будто она не сильно мне не нужна. Вы слышите слабый звук капель? Соседи топят. Вот мразь, конечно. Я не пойду к тебе. Я пойду к сироте сразу. Так, здесь никого нету. Здесь, ну как обычно. Сука игнорирующая. Вообще никакого уважения, могли бы и ответить. Ой, мать. Все нормально, все нормально. Не очканул. У меня сегодня для тебя закончился хлеб, но вот немного. Я могу идти спокойно теперь спать домой? Ко мне никто не залез? Мама, я дома. Все, до скорого. Даже дверь не закрываю. На яйцах, конечно, сплю. В Китае вообще нечего бояться. Все дружные. Все под законом. Ты сегодня хорошо спала. До скорой встречи. С любовью, мама. Алло, а мать не хочет вернуться домой? Пожалуйста. Сегодня даже не печатают ничего. Ой, это что такое? Ага. Go Wolf City Song. Song так Song.
пошел я. А хлеб будет? I don't have bread for you today. I don't really feel myself today, there, sorry. Очень повествовательно, ни хрена не понял. Ну, только понял, что хлеба опять нет. Я сегодня не очень себя чувствую, дорогой, прости. Я прощаю тебя. Где сирота живет вообще? Кто-нибудь не скажет? Я вообще когда-нибудь правильно ходил? Я так понял, лучше постучаться везде, чем не достучаться. Ай, вот она. Вот, правильно стучишься. Подглядываешь, хотел сказать я. Ух. Так, я могу спать? А, я не посетил сироту. Ну все. Значит, вот здесь сирота живет. Быдло. Даже не открывает. Еще и оскорбляется тут. Ой. Хлопнули меня. Что происходит? Как встать? Мать, за что? По голове прям ударила дверью. Аккуратнее же надо быть. Потом дебилом вырасту еще. А, день 5. Алло, мама. А что, повествования сегодня не будет? И что мне делать? Я не могу выйти. Все, игра закончилась, я ничего не понимаю. Помогите. А может, меня не должно было вырубить здесь? Или должно было? Так, в любой непонятной ситуации есть единственная помощь, которую я знаю наверняка. И помогает всегда. Вот она. На каком ты дне остановился? Ага, ничего не понял. Откуда он достал газету? Помогите, у меня нет газеты. Я дурак. Вообще ни хрена непонятно, но очень интересно. Давай попробуем заново. I'm a subred. Что это было? Какие-то ваши сленги вот эти непонятные. Молодежь чисто поселилась и балуется тут. Nike Pro там пишут всякую хрень мне. Go away, kid pussy. Сам ты пусси. Моя пусси, да то ты. Что это было? Кто это был? А. Сука, грабят! Мать! Прямо у дома грабят, помоги! Проверь карманы, дебил, хлеб вытащили. Голодные китайцы напали. Да и 5. О, на этом мы и закончили. Чистый листочек. О, меня выпустили. Ура, свобода, никаких дел. Лето. Пойду за хлебом. А, хрен мне, не хлеб. Иси Сафе. Сам ты Сафе. Держи свое Сафе при себе. Что-то сегодня никто не общительный, вообще нафиг никому не нужен китайский маленький мальчик. Все, я могу идти спать? Я не должен быть один. Но ты не один? Ты с мамой? Мама из Хом. Мама Хома. Ну один я не могу быть. Где-то обман какой-то происходит, да, вам не кажется? Что-то ваша китайская игра где-то меня обманывает. И судя по всему, жестко меня обманывает. Пусть мама услышит, пусть мама придет и непременно меня найдет. Ну, пожалуйста, хоть ты немножко сирота, пусти домой. О! Какой-то чил мурдет. Убийца подростков и детей. Серия ужасных убийств беспокоит жителей Коулуна. Все, мы закончили. А, все, мы прошли. Ну все. Всем спасибо, дамы и господа, за просмотр. Сегодня было очень увлекательно и интересно. До скорых встреч. Целую.